Здравствуйте, товарищи. Проект «Москвич» BMW сейчас уезжает. Мы ее завели, все работает. Следующая работа. Маскарадик. С проблемой, что-то, короче, у него там с рессорами. В дно вгрузились, в салон влезли. Сейчас загоню на яму. Я на «Москвиче» уже лет 8 не ездил. Сейчас протестируем. О, поломалось. А тут дырка в салон. И тут дырка в салон. Из-за того она играет, когда едешь. О, вот она, вообще он играет. А тут почти нормально, только дырка. Потому что тут усилитель надо делать. Вот до сюда. Такой. Чик. Тогда будет нормально. Будешь усилитель делать, не? Конечно. Конечно. Я вам покажу, как правильно. Ладно, я пошел работать. Если все... Забыл сказать, «Москвич» бюджетно ремонтируется. Сейчас тут заварится латочка. Тут уже заварилась, лезем под низ. Тут лонжерон похабно заварено, насраный. Так он гнилой, его не гнилой. Ну да, да, он гнилой. Но это все же бюджетненько, вы же помните. Латочка, какой-то кусок усилителя нашелся. Наверное, BMW-шный. BMW. А, ну да, «Москвич» это же BMW. По сути. Так что все нормально. Так, с BMW усилитель прилепился. Когда вот так вот делается, тогда не рвет вот эту часть. Вот уже тоже трещинка. То есть вот так. BMW-шный усилитель нам пригодился. Мы металлолом не сдаем, мы собираем. Вот у нас какая куча хлама. Ходить уже некак. Ай, как красиво. Понял, вот есть дырочка такая. Видно, вот дырочка. Мы ее мастикой замажем. Наверное. Аккуратно мастикой, классно. А, аккуратно мастикой, да, да. Ну, а потом уже эта сторона, то же самое, что на этой. Ставьте вот такие усилители. Чёрт не предлагать машину на металлолом сдавать. Нельзя сдавать, машина 40 лет прослужила, она еще 40 лет прослужит. Она еще мою дрещаку переживет аж бегом. Одна сторона починена, все бока скрыты слоем мастики, который тоже мне надо взять, да на крыше дырочки позалепливать. А, это ж не то видео. Короче, бока мастикой. Там дырка. Делается профессиональная лапка. Кстати, слово можно сделать из старой отвертки. Из советской, накаленные были. Все, здесь тоже все замазано на века мастикой. Толстым слоем, оно же сопля висит. Теперь здесь не оторвет. Теперь перешли на другую сторону. Сейчас тут будет все делаться. Ну что, «Москвич» еще такой же живой. О, у меня пеная строительная. Можно задуть человеку, сделать подарок. Пеной задуть, мастикой замазать. Красотень будет. А я смотрю, что-то менял пороги. Посмотрите, как поменяли. Точка, точка, точка. Через 12 сантиметров минимум точки поставили. И нормально не отпадает. Женька, через 12 надо ставить, не надо ставить через 4. Да. Опа, ватка, все дела. Да нормально техника. Поддомкратник трохи отпадает. Ой, хотел сказать, отпадает. Он просил как-то его присобачить. Как-то присобачить? Да. Латочку кинуть сверху, приварить его на гляд и все. Или саморезом прикрутить, или на мастику приклеить. Опа, и на втором дне сейчас сварка появилась, значит там тоже усилитель появился, сейчас лезем смотрим. И с левой стороны появился усилитель BMW-шный. Все, видите как, четко поварено. Даже почти сплошничком. Тут, по-моему, сайлентблока нету, резиночки нету. А, все, тут, короче, уже идет замазюколка мастикой. Сейчас лечим под домкратник. Мы поддомкратник починили. О, вот тут шовчик один. Просто тут живой усилитель, шовчик живой. Все, смотрите, как красиво. Мастикой надо замазать бока вот эти все. А ты что? Да не надо. Мастикой замазать не надо, потому что это так. Попросили абы как приварить. Вот абы как приварили. Вот когда оторвется, тогда уже надо будет его просто новый сделать самому и все. Но это не в этом. Не в этой серии ремонта, потому что человеку нужна, как всегда, срочная машина и ремонт бюджетный. И все, ласточка. Ну, короче, все готово. Желание клиента кое-как приварить под домкратник, кое-как приварился. Здесь все класс.
здесь все полоталось, отлично, усилитель добавился, здесь добавился, все, песня, теперь ничего не вырвет, потому что теперь он тут лопнет, ой тут, как этот, а этот лопнет вот тут дальше, но потом, не скоро. Все, автомобиль нас покидает, на этом видео заканчивается. 400 гривен, это работа такая стоила, 400 гривен. Все, всем большое спасибо. До свидания. Побачимось.